Иван Разумов, солист «Пташицы», и его друг Андрей Бондарь. Я знаю, что у вас есть сегодня тоже сюрприз. Тут не рояль в кустах, тут целый симфонический оркестр. Песни для настоящих мужчин. «Много ли надо мужику?» Много ли надо мужику, да самую малость, посидеть на бережку, да леска, чтоб не рвалась, да на зорьке поудить, вскоре шрам армейский, выпить и поговорить о делах житейских, выпить и поговорить о делах житейских, чтобы поняла семья, а наше хулиганство — это все здоровье для, а не ради пьянства, а гитара для души. Эх, ладу, 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 ты мне про счастье расскажи, а грустить не надо. Ты мне про счастье расскажи, а грустить не надо. Много ли для счастья нужно? Да совсем немножко, чтобы согревала душу русская гармошка, чтобы никому на свете не было бы больно, чтобы дом, семья и дети, и жена довольна. Чтобы дом, семья и дети, и жена довольна. А много ли надо мужика? Да сколько ногу в стремя? Но сидим пока-пока, да не то сейчас время. В чистом небе гром не грянет, рак еще не свистнул. Русский долго запрягает, но едет очень быстро. Русский долго запрягает, но едет очень быстро. Едет быстро прочь от лени, дымя папироской, а на сердце наш Есенин, а в душе Высоцкий. Рука крепкая, рука, да собачья лапа, а главное, чтоб мужика называли папа. А главное, чтоб мужика, да, называли папа. Называли папа, а главное, чтобы тебя называли папа.